16-я по счету, но абсолютно новая по содержанию. До премии Муз-ТВ 2018 остается немногим больше 3 месяцев, а значит, наступает время раскрывать секреты. Не мог нам при завтраке не появиться, потому что любимая церемония и сегодня уже все подробности. Ну, хочется узнать, как это будет, как в прошлом году 360 или нет, какие номера планируются, как называется, все же сегодня подробности. Я хочу из первых уст. Десятки журналистов и топовых артистов собираются в московском ресторане «Рыба моя» на традиционный завтрак канала Муз-ТВ и сразу же задаются вопросом, что же подразумевается под названием премии «Трансформация».